такой замечательный фотографии, как Украина. Он сделан из четырех треугольных граней, из четырех одинаковых. Господа, смотрите. Если взять равносторонний треугольник и в этом треугольнике, у меня не очень много получилось, но идея такая, что все отрезки одинаковой длины. И в этом треугольнике сделать так, провести то, что называется средние линии, и дальше гнуть, то у нас действительно получится такая вот фигура. Дальше будет немножко интереснее. Оказывается, у тетраэдра тоже, как и у куба, бывают разные размеры. Ну, можно как сделать? Можно даже эти четыре треугольника нарисовать по-другому. Вот смотрите, взять и нарисовать следующую, один треугольник, рядом второй, рядом третий, и взять нарисовать рядом четвертый. Давайте посмотрим, как это все будет склеиваться. А склеиваться это будет так. Вот эти вот два отрезка склеиваются в один. Так, пока понятно? Замечательно. Вот эти два тоже склеиваются между собой. Ух ты, как интересно. Если вот эта точка А, то она же склеится с этой. А если это точка Б, то она склеится с этой. И значит, на самом деле, эти два отрезка тоже склеятся. Я не знаю. Дело в том, что это нужно просто себе представить. Лучше всего. Только здесь вот университет, я боюсь, что мы его весь засорим, поэтому давайте это сделаем дома. Лучше всего сделать такую вещь. Взять просто лист бумаги, взять цифру и действительно нарисовать эту картинку и склеить. Только когда это будете делать, пожалуйста, не забывайте о двух вещах. Во-первых, чтобы у вас результат получался более-менее приличным, стоит взять бумагу не тонкую, а достаточно плотную. Лучше всего лист картона или какой-то достаточно плотной бумаги. Во-вторых, когда вы будете вырезать, никогда не вырезайте ровно по линии. То есть рисовать надо точно, но нужно предусматривать такие клапаны, я не знаю, как назвать, края для того, чтобы склеивать. Потому что если вы вырежете в точности, то потом непонятно, чем вам клеить. Нужно как-то предусмотреть, что вот здесь вот там какой-то кусочек небольшой оставить бумажку. Понимаете, да? Вот, поэтому сначала надо идеально точно нарисовать это. Лучше маму заставить нарисовать полетку быстрее. Вот. Потом примерно вырезать и после этого уже обрезать клапаны, делать дальше. А дальше еще забавно. Кроме развертки тетрадка, которая нарисована вот здесь, я могу сделать другую. Посмотрите, как просто я это сделаю, но какой неожиданный результат получится. Значит, я беру сейчас, рисую те же самые равносторонние треугольники. То есть, смотрите, пока ничего не произошло. И дальше отрезаю вот это и приставляю его вот сюда.
у нас это склеивается вот с этим. Беру и представляю. И у меня получается странная конструкция. Интересно, это вообще правда или нет, да? Такая развертка. Давайте я выйду уже. Дальше. Вот такой прямоугольник. Давайте подумаем. Значит, это нижняя грань. Вот это будет слева. Вот это будет справа. Пока понятно? Они объединились. Слушайте, а дальше что будет? Они будут ответственно соединяться. Соединяться или нет? А вот интересный вопрос, а это с чем? А вот эти вот как? То есть вот так, да? Да. Вот это склеится. И вот тут вот склеится. Неужели правда? Да. И что? То есть получается, странно, получается, что вот эти два треугольника,